Всем привет! В Одинцовском городском округе построят Дом культуры. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее расскажу прямо сейчас. Как сообщили в пресс-службе главгостройнадзора Московской области, трехэтажное здание площадью 5900 квадратных метров в поселке Горки будет разделено на функциональные блоки – концертный, кружковый и спортивный. По словам руководителя ведомства Артура Гребяна, работы планируется завершить в конце 2020 года. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только. Читайте на сайте mymsk.online. До скорого!